Народ, всем привет! Привет всем субаристам! Сегодня будем смотреть, что такое топливный фильтр фирмы Китта для субарика, для Форестера, для Импрезы, для Легаси. Сейчас мы с вами внимательно посмотрим. Тот, кто интересуется покупкой, как, например, я, и ищет, что бы такое купить, недорогое и не совсем фиговое. Я вот, мой выбор пал на такую вот вещь. Написано, что сделано для Китта Corporation, Атару, Япония. Ну, как я понимаю, тут даже какая-то голограмма есть. Красивая, вся блестит. Штрих-код 88. ISO 9001 Manufactured. Наверное, что-то мне подсказывает, что это Китай. Раз они нигде не пишут, что это сделано в Китае, наверное, это Китай. Ну, как бы, наверное, хороший. Стоит это 360 чего-то там рублей, по-моему. Потом, поточнее, ссылку дам. Ну, как бы, не знаю. Печать краски. Не супер, немножко видно, что какие-то эти артефакты печати, ну, как бы, поглядим, посмотрим, за 300 рублей тут штамповочка не такая явная, как на оригинальчике, стрелкой показано направление вперед, in, out, in это вход, а вот это выход. Интересно. То есть, если вот у нас мы стоим со стороны лица, вот здесь у нас моторный этот самый брызговик левой стойки. Фильтр крепится так. Правильнее было бы назвать его вот так. Сюда подается шланг. In это вход, out это выход. Ничего так. Хочется верить, что это будет хорошая вещь. Недавно я промывал топливную систему инжектор. У меня, как кто-нибудь, если следит за моим каналчиком по субарику, у меня моновпрыск. И пробег 300 с чем-то тысяч. И что-то я решил заняться промывкой инжектора. Купил я лавр, специальную жидкость для промывки, сделал из полторашки из-под спрайта емкость с двумя сосками, накачал туда воздуха, залил туда жидкость и промыл инжектор. Ну, как бы, я не сказать, что стало супер круто, ну что-то почувствовал, что вроде как на подрыв машины веселее стало ехать. Ну, я езжу на газе, как бы это мне не очень. Ну, я просто решил сделать это для, так сказать, профилактики. Я запилил отдельно ролик. Думаю, что у меня дойдут руки, и я этот ролик сделаю. И выложу для вас. А сегодня мы на этой прекрасной ноте заканчиваем. До новых встреч. И всем пока. Субаристы, самые лучшие братья на свете. Всем привет и с уважением.